Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова. Сегодня у нас обзор моих покупочек из каталога номер 14 компании Oriflame. Каталог действительно очень соблазнительный. Меня часто спрашивают, что я беру для себя, и я сейчас вам все это покажу. Ну, начнем по порядку. Сразу видим перчаточки. Это не для меня, это заказ от подруги. Очень удобные перчатки для тех, у кого сохнет кожа. Их рекомендуется наносить уже на крем. То есть вы наносите сначала крем, он немножко впитывается, одеваете перчаточки и прямо в них ложитесь спать. Эффект на утро будет вот такой. Руки свои просто не узнаете. Далее у нас в заказе две детские омеги. Это две подписки. Тоже от моих подруг, которые уже увидели результат, что дети перестали болеть так, как раньше. Действительно, это очень важно для каждой мамы, чтобы ребенок был здоров. Далее у нас в заказе коктейль клубничный, коктейль ванильный. Это тоже мы очень любим для себя, потому что коктейль – это белок, который необходим для того, чтобы кожа, волосы были здоровые, весь организм, тело. Меня тоже часто спрашивают, вот как мне удается так хорошо выглядеть. Но у меня нет таких вот секретов каких-то там заоблачных. У меня все просто. Это сон полноценный, спорт, свежий воздух, белок и витамины обязательно. Потому что белок – это строительный материал нашего организма, а витамины, они просто необходимы. Смотрите, сколько в заказе wellness. Это для меня, для дочки и для Миши. То есть всем по коробочке, потому что, ну, семья должна быть здоровая. Вот. И у меня в заказе есть вот такие красивые бутылочки. Это новая коллекция Loving Care для ухода за телом. И у меня здесь есть их три, но на самом деле лосьон для тела, сейчас я найду, лосьон отдельно, это под заказ от клиентки, с миндальным молочком коллекция, у нее такой уютный согревающий аромат. Я выписала наборчик, он состоит из нескольких продуктов, то есть это мочалка, большой кусок мыла, сейчас скажу, сколько в нем грамм, 125 грамм, то есть он прям ощущается сразу, такой увесистый кусочек, очень красивый, и я его сразу открою, потому что это серия, сейчас нужно мыло новое. Вау, вот это запах, прям миндаль и такой сладенький. Я думаю, что это станет одним из любимчиков в нашей семье. И здесь у нас также вышел шампунь, 2 в 1, и кондиционер. Я люблю сразу новые шампуни все пробовать. Так, здесь он запечатанный, все на пломбочках. Так, а это крем для душа. Ну, вся серия с одинаковым ароматом. Знаете, мне понравилась эта чистота вот этих бутылочек. Такой приятный силуэт. Настолько это по-шведски очень стильно, красиво, ничего лишнего, никаких лишних деталей. Вот. И мочалку, мы тоже такие любим мочалочки, она пушистая, очень хорошо взбивает кремы, гели для душа. И она красиво смотрится в ванной. И в заказе у меня шикарное масло Элио. Все спрашивают, как им пользоваться. Первое, что скажу, у нас есть 2 вида масла. Есть масло прям такое густое, а есть масло-спрей. Вот это как раз спрей. У него есть прекрасный распылитель, то есть он как парфюм брызгает. Можно носить прямо на волосы, но все-таки рекомендуется нанести на руки, растереть, а потом нанести на волосы. Я наношу на влажные. За счет этого вот волосы становятся такие мягкие, гладкие, очень ухоженные. Масло восхитительное, его не нужно смывать, оно впитывается моментально. Но смотрите по волосам, если волосы жирные, тяжелые, наносите поменьше и на кончики прям. То есть минимум 10 сантиметров от начала роста волос вы должны отступить и потом наносить масло. Если волосы короткие, то только кончики, вот чтобы они стали такие живые, блестящие. Масло бомба, а какой запах у него, это просто парфюм от волос такой идет. И также я решила обновить массажки, массажные щетки для волос, взяла сразу 2, потому что очень важно, чтобы уход за волосами был полноценным. То есть щеточки я раньше пробовала, они очень хорошие,
все время их беру. А также под заказ скраб для лица, это от клиентки спа, Swedish Spa, обалденный скраб, и он нравится, что там такие мелкие-мелкие частички абсорбирующие. Также у нас здесь тушь и помада, это тоже под заказ, сейчас идут по акции, берешь помаду и тушь, огромная скидка. Конечно, у меня клиентка воспользовалась этим предложением, взяла и то, и то. Маленький подарочек для себя, любимой. У меня есть коллекция полная ожерелье, серьги, а теперь еще будет кольцо. Сейчас я вам его покажу, какое оно классное. Ах, вот оно какое красивое. Сейчас мы сделаем смену колец. Посмотрите, как стильно. Очень оригинально. И ожерелье оно с таким же тоже треугольником. Поэтому если видите, что по акции идут какие-то скидки, предложения, можно коллекцию собрать частями. Я так и сделала. И завершает наш обзор. Это подарок мне, себе любимый. Это новая серия Novage. Специальный пилинг для лица, омолаживающий. Прямо сегодня начну пользоваться. Запишем отдельное видео, что и как. Я ожидаю еще более крутого результата, чем сейчас. Да? Я хочу выглядеть еще лучше. Я знаю, что с Oriflame это возможно. И напоследок расскажу, как нас побаловала компания. Вы видите, на столе стоит коробка. Мулинекс, йогуртница. Это моя мечта. Я участвовала в акции, которая называется «Кухня красоты». Я собирала баллы на протяжении нескольких каталогов и обменяла их пока на йогуртницу. Но у меня еще есть 400 баллов. То есть я буду еще брать технику. Друзья, всего за 199 рублей вот эта потрясающая йогуртница теперь у нас дома. Юху! Друзья, девушки, красавицы мои, я благодарю вас за внимание, спасибо, что смотрите мои видео. Если у вас есть вопросы, всегда пишите в комментариях, с удовольствием общаюсь с вами. Если видео понравилось, ставьте лайк и до встречи в новых обзорах. Пока-пока!